Сегодня у Беларуси отмечается День памяти воинов-интернационалистов. 30 годов тому завершилась операция обмежеванного контингенту советских войск у Афганистане. Зворот ветеранам войны и воинам-интернационалистам накировал президент Беларуси Александр Лукашенко. Керовник державы отзначил: «Мы николи не забудем об подвигу военнослужащих, якія сумленно выконали свой воинский обовязок и навечно здобыли славу. Зараз во умовах глобальной нестабильности, як николи важно памятать про каштоўнасць миру и спокою на планете. Ваши мужность и верность обовязку – достойный приклад для сучасной молоди», подкреслил керовник державы. У программе мероприемства, якія сёння прошли в нашем регионе, акция «Запали свечку памяти», «Жалобная панихида» и «Урачистый митинг». Подробности у Олега Сенсерова. Початок мероприемства в 11:01 раницы. Службы одночасово проходят у двух соборах – Свято-Петропавловском у Гомеля и Михайловском кафедральном у Мазаре. Все удельники областной акции «Запали свечку памяти» прошли дорогами войны, а тому добро ведают цену життя и войскового братерства. 126 зусім еще молодых хлопцев с Гомельской области из Афганистана не вернулись. 126 трагедий для их семьи, однополчан и всей краины. У Бога нет мертвых, у Него все живы. Верю и нисколько не сомневаюсь, что каждый, кто до конца был верен присяге, кто жил по закону чести и долга, кто остался человеком в кромешном аду войны, получит от Всевышнего награду на небесах. Ровно о полудню во всех храмах Гомельской области начинается панихида по загинувшим. Удел у этой службы имкнутся принять все интернационалисты. Причем до места ее проведения они приезжают загодя. Им есть что узгадать и что обмерковать. До 30-годия выводу обмежеванного контингенту советской армии на Гомельщине выдали афганский альбом, уникальную книгу об удельниках той войны. Крыху позднее, подчас службы у Иверской церкви, они снова узгадают своих однополчан и те дни, когда один за всех и все за одного. Об чем думают былые солдаты перед запальной свечкой в церкви? Максимум об тем, что практически одразу после школы пришлось взять в руки зброю, что шмат разов примали удел у боях, рисковали, але выжили. Дякую Богу, выжили. Подчас сегодняшних урочистостей у Гомеля открыли еще три памятные дошки. Алексей Кравцов учился у 36-й школе, потом некий час працавал на одном из городских предприемств. Сержант-десантник загинул 25 снежня 1982 года, раз полтора месяца после того, как ему исполнилось 19. У Юрия Кравцова он был одиным сыном. Повестка пришла в военкомат, медкомиссию, призудой талон в военкомат туда. И все, поехал. Мы его проводили на вокзал туда, повезли на Марьину горку. Меня вот еще дома все вот эти вот вещи, вот книжки, и все памятное, все. На питание, что для их день памяти, воины-афганцы кажут, что перш за все, это день смутку по тех, кто не вернулся. И в той же час, это надея на то, что белорусские мати больше николи не придется отправлять своих сынов на войну. Подчас митингу на областном мемориале загинувших воинов-интернационалистов звучит думка об том, что час лечить, а для тех, кто прошел Афганистан, тая боль не стихнет николи. Когда мы пришли с Афганистана, у нас были очень много было прав. Право учиться, право работать, право создавать семьи. Но у нас, наверное, не было одного права – право забыть. И вот до тех пор, пока сегодня живут афганцы, вот мы должны ходить в школы, ходить в другие учебные заведения, трудовые коллективы и рассказывать об этой войне, чтобы это никогда в жизни не повторилось. Святочный концерт начинается с приемной подеи. Воин-интернационалист Валерий Смага отримывая медаль за отвагу, яким он был узнагороджен 30 годов тому, и подарунок для всех. Амаль двухгодинное выступление ансамбля песни и танца Министерства обороны Республики Беларусь. Олег Сентеров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».